Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем на сервере Кингер Ролиплей. Это сервер с бонусом, бонус 20 миллионов. Сегодня у нас будет такой обзорчик. Кино Россия. X2 день здесь, есть XP. Сейчас я только один на серваке, сервак не дает плюса. Модпак я почему-то в группе не нашел, возможно он еще в разработке, но это нам не помешает посмотреть все прелести сервера. Вокзал находится в том же месте, как и на Мазинге, вроде бы как. Да, довольно-таки прикольно выглядит. Давайте посмотрим, дождь идет. Это хрена, блин, что здесь дождь идет. Погода, реально это круто, что погода меняется, потому что как только на Мазинге начинает идти дождь, его выключают админы. В чем прикол тогда, я не понимаю. Серьезно. Вот такая здесь парковочка, вокзал очень даже красиво оформлен. Фонтанчики, кустики, все нормально. Все нормально, кстати, во, мы спрыгнули, подарки здесь есть. Давайте пособираем подарки, наверное. Так, чуть по полю поеду. Думаю, ничего страшного в этом не будет. Есть подарочки, вы можете заметить. Так. Во. Давайте подарочек возьмем. Оп, у вас один подарок. По идее, надо пару штук их собрать. Давайте сегодня купим себе домик. Возможно, бизнес какой-то. Это бизнес здесь по ГОСУ, да. Здесь по ГОСУ можете заходить покупать. Сейчас поедем посмотрим, что еще здесь есть. Давайте GPS посмотрим. Так, места, мэрия города Арзамас. Давайте в мэрию съездим, посмотрим, что у нас там есть. Какие работы. Возможно, не только работы там есть. Кстати, здесь и строй есть. Но, блин, а ну видите, скрипт здесь, видите, плохой. Ну, так написано, не знаю. Хотя можно купить себе 100. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот кто-то еще зашел, Владимир какой-то. Вон магазин оружия тоже по ГОСУ стоит. Довольно-таки прикольно. Так, администратор здесь написал в чат «Добрый день», я ему ответил «Добрый». Давайте зайдем в мэрию, посмотрим. В принципе, мод не знаком, думаю, вам тоже. Это мод, как у меня на серваке стоит, на моем сервере. Но здесь он переделан, вы сами это заметили, думаю. Так, создать семью здесь можно. Так, это у нас работа, водитель маршрут, то есть такси, автомеханик, дальнобойщик. Все понятно, здесь у нас оформить паспорт можно. Все, мы получили паспорт. Окей, погнали дальше тогда. Человек пишет, короче, если есть вопросы по игре, задавайте, не стесняйтесь. Так, скутер у нас пропал, но хорошо, у нас есть скутер возле больницы. Сейчас мы там возьмем скутер и поедем на работосалон, чтобы комфортнее передвигаться по карте. Так, администратор пожелал неприятной игры, а мы в тем временем уже доехали до автосалона. Сейчас посмотрим, что мы купим. Блин, модпака просто у меня нету. Так бы, что можно было бы выбрать. Сейчас придется выбирать с того, что есть, более-менее нормальное. А, у меня нет водительских прав. Окей, поехали тогда сдавать на права. Так, вот здесь автошкола, давайте зайдем. Сдадим на права. Пырику. И купим себе машину. Так, где сдавать? Здесь? Да. Так. Наземным транспортом. Так, сейчас вам будет предложено выкатить тест. Окей. Максимальная скорость сразу съезда по автомагистрали. 130, я думаю. Нет, неверно. Блин, что-то я тест не могу сдать. И ко мне админ, короче, поехался. Давайте я отойду даже подальше чуть. Это жестко, конечно. Это очень жестко. Когда-то видели такое, чтобы админ ты поехался прям вот так вот. Я не могу сдать экзамен на права. Юля. Что за Юля? А, бля. Я думаю, что за Юля? Я тут Юлю увидел. Да. И не говори, дружище. Хм. Это точно, что хм. Подождите, пожалуйста. Хорошо. Короче, мне все ожидал чувак права, потому что я не знаю, как сдать на права, блин. Хотя, блин, я учил права ПДД, извините за ВК, пацаны, но почему-то, блин, я не смог сдать этот экзамен. Ну ладно, все же нам дали права, давайте поедем и купим уже машину. Все, я зашел, короче. Так, давайте, хотя ладно, отсюда начнем. Давайте лучше выключу ВК и потом уже продолжим.
Так, все, продолжаем. Я выключил звук ВК уведомлений. Так, давайте что-то выберем, какую-то машину более-менее нормальную. Можно Opel купить, конечно. О, так, 176. 0. Во, просто персик. Так, выбрать. Беру, конечно. Это же Mitsubishi Lancer. Кстати, на Мазинге его нету, потому что он типа баганый. Хотя не знаю, в чем заключается в баг, но на Мазинге вот такого Лансера вообще нету. И это на самом деле очень печально. Вот я тоже узнавал, он типа какой-то там баганый. Хотя, блин, я вот сейчас на нем катаюсь и все нормально. Это стандартная машина, как у меня на России. Типа на вроде назад типа садишься и багается, я не знаю. Ну ладно, без разницы, у нас и так есть Лансер на сервере, на Мазинге, поэтому большого, короче, не нуждаемся мы в нем особо на Мазинке, поэтому нормально. Так, поехали, себе теперь купим домик какой-то, наверное. Так, меня админ спрашивает, типа, какая погода пойдет. Я пишу, типа, ну да. Кстати, тут заправку можно купить, но я думаю, это не выгодно будет ее здесь покупать. Хотя, о, еще один подарочек. Я вообще на самом деле купил бы АЗС-ку, только я хз, сколько она стоит. Во, еще один подарочек собрал. Просто замечательно. Поехали дальше, короче. Ну, подарок, конечно, это тема. Так, тут остановить не работает, кстати. Так, а здесь одна интересная или нет? О, вон еще один подарок. Так. Я хочу пособирать просто подарочки, вдруг. Мне, по-моему, надо много подарков собрать. Но я не знаю, где все находятся. Я чисто, видите, рандомно собираю. Я без понятия, где они здесь все находятся. Но подарочки это довольно круто. Мне админ пишет, вы снимаете, пишу плюс, типа, извините, что помешал. Да, нормально все как бы. Так, бизнес стоит. Так, тут рублевка есть, мне просто интересно. Я бы лучше дом бы на рублевке купил. О, есть домики, да. Давайте на рублевке дом купим. Я думаю, это будет самый лучший вариант. Купить дом на рублевке. Так, какой бы дом купить? Это вроде бы неплохой тоже, да? Он тут сам стоит. Давайте, наверное, его и купим. Он здесь и сам стоит, и там тоже можно, но здесь, я думаю, получше. Здесь 24/7, по-моему, есть или нет. Так. Сколько? Чё он такой дешевый? 10 тысяч дом стоит, пацаны. Купил элитный дом за 10 тысяч. Блин, это жестко. Так, мне админ дал тачку, короче. Потому что... Запомните, пацаны, когда покупаете дом, паркуйте свою машину сразу возле дома. Потому что, когда покупаете дом, она появляется на Ашане. Сейчас мне придется аж туда ехать, забирать машину. Спасибо, кстати, Владимиру Ховерс, если он это смотрит, за то, что мне помогал в видосе. Ну и сейчас помогает. Сейчас тачку заберем, не знаю, может, что-то еще глянем. Посмотрим, так, там ломбард находится, это понятно. Упс. Так, что-то тачка остановилась. Выдал вам статичный скин. Окей. Так, я приехал на Шан, но что-то я свою машину здесь не вижу. Видимо, где-то в другом месте появилась. Хз где? Ну, сейчас пробую GPS-авто написать. Что-то не находит. Ну, наверное, она стоит возле автосалона. А я что-то сюда аж попёрся. Ну все же, ладно, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, IP. Группа будет в описании. Заходите, кому понравился сервер, играйте и ждите новых серий. Всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said man I'm alright, little did I know I'd be crying all night, cause I was from the city.